беговой дорожки со стороны футбольного поля она будет обрамлена лотком пластиковым с крышками для того, чтобы улавливать воду с резинового покрытия. Совсем скоро здесь появится новое футбольное поле, беговые дорожки и прыжковые ямы. С такой инициативой к лидерам движения общественной поддержки «Химки интересно жить» обратились родители и педагоги Химкинского лицея номер 13. За реализацией проекта следит инициативная группа родителей. Проверить темпы работ пришли и лидеры движения Александр Васильев и Владимир Суслов. Они рассказали, что данная инициатива была размещена на сайте hish.online, где жители отдали за нее большое количество голосов, что позволило начать ее воплощение в жизнь. Футбольное поле здесь будет 55 на 25 прямоугольник. И далее еще заворотный радиус. То есть общая площадь футбольного поля искусственного газона составит порядка 2000 квадратов. Трава футбольная, 40 миллиметров, с засыпкой кварцевым песком и резиновой крошкой. Рабочие уже сделали так называемую подушку под футбольное поле и беговые дорожки, которые покроют прорезиненным покрытием, а также установят дренажную систему, чтобы можно было заниматься даже в дождь. В школе есть ребята, очень много ребят, которые занимаются профессиональным футболом, занимаются также недалеко в футбольном клубе «Химки». И хотелось, чтобы у нас в лицее дети могли заниматься спортом комфортно. В конце концов, сформировать комфортную спортивную среду. Откроют площадку 1 сентября. Посещать ее смогут не только ученики лицея, но и жители микрорайона.